кормежке пробовал я с этой дамой разговаривать. Предложил ей взять собак себе домой. Она сказала, что у нее дома несколько штук. Вот. И она прикармливает вот эту стаю. То есть абсолютно, конечно, бесполезно какие-то разговоры с ней вести. Вот. И потом мы удивляемся. Естественно, когда здесь кто-то с собакой появляется, какие-то люди с домашней этой стаи бросаются.